Всем добрый день. Сегодня 26 января. Значит, пчелка зимует. Я вот решил посмотреть, заодно и все посмотрят. Вот три ящика полевых, которые катались в местное поле, тыковку пыляли. Вот, две из них слабые, один был более-менее ничего так. Вот, просто я сам посмотрю, на какого они состояния. Заодно и все посмотрят. Так, заглядываем, что тут делается. Так. Вот она, пчела. Вот. Что-то она как-то слабовато тут себя чувствует. Я не знаю, камера вот покажет. Живые. Так, ладно. И сидят вроде спокойно, только в угол забились. Так. Теперь смотрим вот на этих вот товарищей. Что делают эти? Эти наверху сидят спокойно. И у них есть куда идти. Там вон корм есть. Так, с этими все нормально. Прикрываем. Так. Смотрим, что в третьем у нас делается. Это тоже идет по меду. Вот. Нектар у них есть. Вот. В принципе, ничего тут пока криминального нету. Вот. Живые. Закрываем все это дело. Один совсем подозрительный. Лепешку может дать им. Хотя тут через день должно два тут потеплеть, допустим, 10. Можно попробовать раздвинуть и дать рамку медовую. Вот. Вот такие вот дела. Он и был слабый. Ладно. Всем удачи. До новых встреч.